кто смотрит мой канал. Здравствуйте. Рассказывала, что я нашла вот такого щенка. Не знаю до сих пор его породу. Возможно, дратхар, возможно, терьер какой-то. Но щенок был абсолютно неуправляемый. Он постоянно лаял на кошек, на кур наших карликовых, с визгом буквально. Прыгал на внука, буквально сбивая его с ног. Или если он что-то держал в руке, он мог даже пытаться выхватить. Я благодарна Ютубу за то, что предложил мне видео. Вот такой есть Мурат кинолог, Мурат Нурзанов. И он рассказывает, как можно откорректировать поведение собак. Очень рекомендую вам его канал. Все очень доходчиво. Я использовала этот метод буквально всего 2 дня. И абсолютно изменилось поведение нашего щенка. Он почти не реагирует на кошек, но мы еще продолжаем воспитывать его. Совершенно не реагирует на кур карликовых, когда их кормлю, открываю. Открывалась случайно калитка, он даже убегал. Вот. Мурат рекомендует использовать цепочку для этого, но я использовала вот такие ключики. Вот я ему готовлю сейчас корм, еду, он даже не подходит. Раньше не особо слушался, подпрыгивал, забегал в эту нашу пристроечку, где мы готовим эту еду ему. Сейчас совершенно спокойно заходит, хотя до этого мы его буквально ловили или поливали водой, чтобы вот сюда его как-то пытались заманить или загнать. Здесь мы его закрываем, он гуляет у нас 2 часа утром и 2 часа вечером. В течение дня он спит в основном. Кормим его тоже утром и вечером, потому что, он больше не просит. В достаточной мере даем ему корм. Но очень изменилось его поведение за эти 2 дня. Кушай. Все, давай. Молодец. Раньше, когда мы попадали в его поле зрения, он все время визжал. Сейчас реакция вот такая спокойная. Спасибо большое Мурату и Ютубу. Огромное спасибо.